Партнеры проекта «Стройные и счастливые 16 шагов к идеалу». Клуб Energy Fitness. Фитнес нового поколения FitX Body. Wellness Slim Club. Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяны Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты «Персона». Медицинская клиника «Соната». Центр психологии и йоги «Гималаи». Аэрокомплекс «Первушина». Модельное агентство «Статус». Фотограф Илья Немков. Веревочный парк «Гамми». Квесты в реальности «Квестгеймер». Психолог, семейный расстановщик Ринат Зинатулин. Чем меньше калорий на вашем блюде, тем больше каратов на вашем пальце. А как готовить блюда диетически, но очень вкусные, нам расскажет шеф-повар кафе-бар Room & Kitchen. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Сегодня мы с вами приготовим два замечательных блюда. Первое блюдо – это баклажаны по-гречески. Для этого нам понадобятся баклажаны обжаренные, орехи, сладкий болгарский перец, зелень и брынза. И второе блюдо будет груша, запеченная с куриной грудкой, с ананасом под сыром. Интересно. Приступим? Конечно. Начнем с баклажанов. Мы с вами заранее их уже обжарили. Угу. Так, давайте займемся начинкой. Для этого нам понадобится болгарский перец. Мы его нарезаем мелко. Мелким, да, мелким кубиком. Желательно помельче. Чем мельче, тем лучше. Кладем наш нарезанный болгарский перец в сыр. Отлично. Теперь добавляем молотый орех. Можно использовать любой орех. Можно грецкий, можно кедровый, можно арахис. В данном случае у нас с вами арахис сегодня. Жареный, да? Обжаренный дробленый арахис, да. Угу. Добавляем зелень. Зелень чем больше, тем лучше. Добавили мы с вами зелень. И нужно все это дело хорошо перемешать. Давайте попробуем. Ручка, да? Да. Пока вы перемешиваете, я подготовлю баклажаны. Скажите, это низкокалорийное блюдо? Да. Это блюдо не калорийное, потому что сама брынза не калорийная. Болгарский перец не калорийный. Баклажаны жареные на масле? Баклажаны жареные в масле. Но они жареные в оливковом масле. Угу. Скажите, Данил, вот у меня муж очень хочет, чтобы я научилась готовить. Скажите мне советы. Научиться готовить? Да. Мне нужно какие-то курсы, да, закончить. Это смотря, если вы хотите научиться готовить для мужа. Да, вкусные для блюда. Мужа вкусные блюда. С душой. Для этого достаточно изучать какую-нибудь литературу. Угу. Элементарно. И стараться готовить ежедневно что-то разнообразное для своего супруга. Угу. Экспериментировать, пробовать. И, соответственно, муж вам будет ставить оценки. Далее. Теперь начиняем наши баклажаны. Вот на край баклажанчика кладем начинку. Угу. Кстати, если вы дома приготовите, вашему мужу, я уверен, на 100% очень понравится. Теперь нам нужно аккуратненько, красиво все это завернуть. Вот так вот заворачиваем наши рулетики. Это получается у нас такая холодная закуска, Марин. Угу. Холодная закуска перед горячим блюдом.
Остался последний штрих. Самый хороший и лучший для этого гранатовый соус. Поливаем гранатовым соусом. Он очень подходит баклажанам. Марин, теперь приступим к приготовлению нашей груши. С удовольствием. Для этого нам нужно отрезать краешки у груши. Давайте я уберу. Теперь резаем ее пополам вдоль. Пополам вдоль. И далее удалим сердцевину. Всю, да? Да, вот так вот. Сделаем небольшую ямку в середине груши. Уберем косточки, семечки. Ох, сок течет прям. Да, груша очень сочная. Далее. Нарежем куриную грудку мелким кубиком. Я нарежу, давайте, грудку, а вы порежете ананас. Мелко? Да, тоже мелко. Неважно, кубики это или полоски, да, или прям кубиком мелко? Желательно, конечно, помельче кубиком. Помельче кубиком, да. Потому что мы будем запекать далее под сыром. Ананас хорошо сочетается с грушей, да? Очень хорошо. Ты никогда не пробовала? Вообще, фрукты, на мой взгляд, очень хорошо сочетаются с любым мясом. Что и с курицей, что и с говядиной. Далее укладываем с вами куриное филе. Оно у нас заранее уже отваренное. Под соленой воде варили? Да, конечно, немножко. Под соленой воде. Далее немножко укладываем ананас. Сверху, да? Да, сверху ананас. Они крупноватые? Нет, нет, нормально. Нормально. Чувствуется прям мясо, да? Укладываем ананас. Он так маленько это шатается. Ничего страшного, мы сейчас уложим все равно для запекания. Далее посыпаем орехом. Укладываем на лист. И сверху натертый сыр. Сразу, да? Да. Сверху натертый сыр. И нашу грушу мы отправляем запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. И все у нас будет красиво, получится все у нас красиво и очень вкусно. Спасибо вам, Данил, большое за такие вкусные рецепты, а самое главное – низкокалорийные. Вы еще не попробовали? Попробуем, я уже чувствую. Марин, если я правильно помню, ты предпочитаешь сладкое. Да. Поэтому баклажаны сегодня буду есть только я. Хорошо. А ты мне будешь рассказывать, как ты это готовила. Хорошо. Там в составе имеет... А сначала мы пожарили баклажаны. Пожарили? В составе, да. Как здорово. На оливковом масле. Потом мы сделали начинку. Это сыр моцарелла, мелко нарезанная зелень и свежий перец болгарский. Все это смешиваем с орешками. А какие орешки? Можно любые положить. Да? В данном случае арахис. Можно фундук. А это измельченный арахис был на столе, я видела, такими крупинками. Я не могла понять, что это такое. Да, это арахис. Вот и получается. А, и самое главное, здесь мы полили соусом гранатовым. Очень вкусно сочетается и самое главное, низкокалорийно, что для нас очень важно. Ты знаешь, я никогда не пробовала гранатовый соус, с удовольствием попробую, и я просто обожаю баклажаны в любом виде. Ну, конечно, когда не сырые. Я люблю, когда фаршированные с чесночком, там, с майонезом. Но я знаю, что вам это нельзя, поэтому здесь этого ничего нет. Здесь очень вкусно и низкокалорийно. Да, как предлагаю попробовать. Давайте попробуем. Сначала съедим твое блюдо, потом мое. Хорошо.
Выглядит потрясающе. Очень вкусно. И на вкус божественно. Наши груши готовы. Боже, вы так всегда божественно готовите. Приятного аппетита. Ну, прелесть. Элечка, предлагаю тебе попробовать наше второе горячее блюдо. Угу. Здесь получается груша, да. Куриное филе, вау. Ананасы, орешки и сверху сыр. Ты знаешь, вот что мне больше всего нравится здесь, мы всегда готовим блюда такие диетические и изумительные. Прям они настолько аппетитные, настолько вкусные, сочные. Потому что мне всегда казалось, что диета – это что-то такое прям жесткое. Вот как это, как сухая, да, куриная грудка, я не знаю. А здесь, ну, а Даниил не перестает меня удивлять. Да. Ну, попробуем. Давай. Скажи, пожалуйста, а вот ты так вкусно готовишь, так разнообразно. Наверное, на какие-то дни рождения, там, юбилей, ты тоже готовишь дома? Или все-таки, да, ходишь в ресторан? Нет, бывает, готовлю дома. Потому что мы не часто справляем дни рождения, угу, а если справляем, то дома. Один раз в год. Да, всего лишь один раз в год. А ты думаешь, что кто-то справляет несколько раз в год день рождения? Бывает. Да? У меня в этом году муж справил несколько раз. Правда? Так как юбилей, да. Угу. Вот, поэтому, ну, вообще стараюсь как бы приготовить дома, потому что самые близкие приходят. Угу. И вот некоторые даже очень ждут моих приготовлений. То есть там торты, там, которые ждут быстрее, когда же чай. Да. Да, ну, естественные блюда. Понятно. Но блюда я теперь буду готовить. Угу. Тоже такие вкусные. Вот я сейчас поняла, как готовить вкусное, несколько раз. Чтобы удивлять. Получается. И самое главное – правильное питание. Да. То есть полезное. Ты как бы посадишь всех своих домашних на диету. Да. Такую же, на вкусную питание. Диету. Да. Нет, ты знаешь, я раз и навсегда для себя решила, что никакие юбилеи, никакие дни рождения я не буду справлять дома, потому что, ну, целый день готовишь, потом вечером сидишь, совершенно никакая уже. Ну, это, да. Я всегда, у меня стоит выбор, какой ресторан пойти. Теперь у меня нет этого выбора. Room and Kitchen. Мой выбор. Здравствуйте, с вами я, Хафизова Ольга, и наша традиционная рубрика «Секреты похудения». Вы любите много поесть и поесть вкусно? Что ж, никто вас не осуждает, но если ваша любовь к еде привела к лишним килограммам, пора что-то менять. Нет, я не призываю вас голодать и полностью отказаться от любимой еды. Все намного проще. Есть определенные правила, которые позволят вам съедать вашу любимую вкусную еду, но в меньших размерах. Итак, секрет первый. Возьмите большую тарелку. Дело в том, что на большой тарелке можно все это очень красиво разложить. И пока вы будете смаковать всю эту красоту, вы съедите намного меньше, чем съедали раньше. Второй секрет. Используйте как можно больше специй. Вообще считается, что на вашей тарелке должно быть минимум 3 или 4 вкуса. Это должен быть сладкий, это должен быть соленый, это должен быть острый и любой другой на ваш выбор. Дело в том, что большое количество вкусов на вашей тарелке быстрее приводит вас к насыщению, что также важно, если вы следите за своей фигурой. Секрет номер 3. Используйте продукты разного цвета. Чем ярче будет ваша тарелка, тем быстрее вы испытаете насыщение. Возьмите красный, зеленый, коричневый, желтый, все, что вам нравится. Любые овощи, любые фрукты, любые продукты. Все это должно красиво лежать на вашей тарелке. И последний секрет. Если вам хочется вкусно питаться, если вам хочется насыщаться маленькими порциями, подумайте об интерьере своей кухни. Кухня должна быть уютной и красивой. Вам должно быть приятно здесь находиться. Вам должно хотеться кушать здесь медленно. Вам должно хотеться красиво сервировать свою еду. Кушайте с удовольствием, кушайте часто. Всего доброго!